молодых людях с психическими заболеваниями, по Тайваню. Сегодня вы узнаете о том, чем заняться идеей, если вдруг вы по своей воле или не по своей воле оказались в этом городе. Это будет правильно сказать, что Тайвань – это праздник живота 24 часа в сутки. Ведь этот город предлагает туристам безграничный выбор вкусной еды, что они могут заказать и блюдо. Качественные ингредиенты, лучшие аксессуары и доступные цены, уличная еда и самые старые люди в своем стиле из разных уголков страны. Тогда вы действительно сможете насладиться фантастическим видом времени года. Например, завтрак. Вариантов для завтрака в Тайбу уже обновляют. Тайваньское слово «молоко», холодное или теплое, отличным языком подносится. А утро блины с яйцом явно заключили панки тесто, мариджао, запеканка из мяса и другие тайваньские блюда, традиционно употребляемые на завтрак, понравятся многим. Нужно также заказать завтраки европейским, с ним многие кафе подают его в Тайбэе. Или выбрать, например, лапшу с горячим супом. Многочисленные завтрака скорее любого Тайваня, города Тайвань. Ну, теперь стоит попробовать.
Итак, говядина пельмени Чао Лунбао. В районе Синьи, например, недалеко от небоскреба Хангоу-Хангоу, есть торговые центры, связанные между собой удобными переходами. И там можно найти большой выбор ресторанов и спецпорта. Ну а на ужин, если вы большой компанией друзей, вам лучше всего подойдут рестораны типа Хангоу, или огненные котелы, барбекю и пивные жаровни в тайваньском стиле фальши. Можно также прогуляться по улицам рядом со станциями метро Чао Чао или Джин Чао Дин Чао. И отдохнуть на районах остается в культурно-примитивном парке Синьшань, в культурно-примитивном парке Хуашань, 1514, и в торговом квартале Синьшань, о котором я упоминал выше. Ну а какая же трапеза для десерта? Мороженое и прохладительные напитки, свежие сочные фрукты замечательно дополняют десерт и чай со вкусом и ароматом. Добавленный лед с арахисом, красная фасоль, корень тара, свежие фрукты, а также популярные на Тайване молочные чай, молоко с папайей, а может быть армянский сок, или молоко с корнем тары. Что вам больше нравится? Что можно попробовать? Это в кафе, где подают молочные чаи и книги. Тайго – это город, который никогда не спит. Поэтому если вы очистили город, то есть наверное суток, это ночью, так можно выйти на улицу и заглядывать на улице небольшое жилье, которое готовит жареные крылышки с перцем и подходом. Наверное, закуски или другое рыба наблюдка со льдом. Ночной рынок Чилин или район Синьян предлагает большой выбор закусок, если стакан лет устрицами и вонючий кофе. Причем кофе и большой ресторан купил часто снова заведение, и кофе не работает до самого последнего времени. Были честно быть упомянутыми первыми зданиями ресторанного вида «Мишлен» от «Альбео». Рекомендация также включает 25 гостиниц и 36 местных заведений, где продаются отличные деликатесы по приемлемым ценам. Посмотрительный справочник, рассказывающий о лучших ресторанах Тайваня. Также посетить тайваньские часы ресторана. Ведь того, что на остров будет не трудно без дегустации нижних блюд и оригинальных вкусов. Можно попробовать фирменные блюда, как шашлык, сушеные шмелины, жареные яйца с маринованной рыбкой, маринованные капусты, обжаренные лепестки и шарики из кальмаров, капусты под чесночным соусом, жареные рисовые лапки или холодные цыганки и много-много другое. Кроме того, право лапши с говядиной. Это самая изюминка, которая отличает Тайбэй от Тайбэй Тайбэй. Это традиционное блюдо подается с острым красным бульоном и простым бульоном. Блюдо для бурмакских мишлен самое известное, где можно попробовать это блюдо. Но в Тайбэе можно не только вкусно покушать, но и еще и найти хорошие места для шопинга. Например, в Тайбэе, в районе Синьи, где находится на башне Тайбэе 101, или в районе Синьи, где так любят вкусный холодок. Там же найти хорошие места для покупок. И не только для себя, но и для своих друзей. Культурно-креативных парков Синьшань 1914 после реновации открылось много модных бутиков и дизайнерских мастерских, которые понравятся вашим подписчикам в Инстаграме. Если вы ищете новинки электроники, то нужно посетить креативный парк Синьшань. Одни Тайбэй ужасно даже ночью. Ранее вокруг Тайбэй
Западе вошли в Россию, так что Россия вам никогда не будет скучно. Но для тех, кто посещает город и любит чай, чайные путешествия в горы Маокун станут отличным времяпрепровождением. Маокун – так называется район на Лидовской области. Нам нужно быть на утро в гостинице. Здесь расположены чайные плантации, непосредственные чайные и кафе. Санитар Маокун на 20 минут поднимает всех желающих на лес, где можно прогуляться, потом есть настоящий тайваньский чай и внимание домашней кухни. К тому же, оттуда тянется прекрасный вид. Вот второй, прямо как на ладони. Старый добрый район Гадайшин еще один хороший туристический маршрут. Когда-то это был процветающий национальный торговый квартал. Старый базар, тяжелый чай, ткани по пряности. Это место претендовало к Одессе, потому что это не только экономические люди, где уважаются религиозные традиции, чайное дело и традиционное ремесло. Храм Сунчан. Приготовленные по стране рецепты овощные свиные рюмки и приготовленные на пару краба. Как обычно, небольшие ресторанчики располагаются вокруг храма. И это место не исключено. Храм Сунчан в районе Гадайшин. Дорогие друзья, мы с вами побывали на прогулке по Тайбэю. Спасибо вам за компанию. По микрофону в студии был Виталий Камонов. Я прощаюсь с вами. И желаю вам всего доброго. Я не могу.
но она отстоит, что отечественная энергетика еще много времени, и я не уверена, что мне бы не повторить это снова. Но у нас, как мы имели видео, в конце границы в Украине, где это такое название, как на границе ветра энергетики. У нас, по-моему, есть энергетика, особенно не удивленная. Многим ветрам не нравится звук ветровых турбин, по-моему. Но это опять же название. Различные технологии, они соединяются с этими проблемами. Тогда, когда появились наручных людей, они являются все канонами, и необходимо донести до них наличие этого канонного, чтобы канонами общаться на протяжении этого подробления. Тогда мы это осознаемся, что эти планы наручные, но также принесли с этими технологиями и учили на то, чтобы развитие лучше начало сфере нашей работы. Хотя стоит отметить, что поначалу наиболее лояльными к нашим санкциям были жители двух южанских районов. Это наши проблемы, которые появляются после начала выбора сегодня, а мы здесь не все решаемые, а подается это время почти полностью, в отличие от гравитации этих энергий. Если мы столкнулись с рядом проблем, которые Thank you.
помогать мне, а мне не сбежать, и надо только Продолжение следует...